Здравствуйте, друзья. Мы с вами в аэропорту, международном аэропорту Сан-Франциско. Движемся к тому месту, где встречают приезжающих, прилетающих. В данном случае мы встречаем Ивана. Ему 20 лет. Прилетает Иван из Амстердама, а сам он вообще живет в Польше, так насколько я понимаю, но мы сейчас у него разузнаем более подробно. Вот мы заходим фактически вот в приемный покой, да, вот где всех принимают, что, хотя здесь довольно беспокойно. И здесь есть два выхода. Они буковками их помечают. И первым делом мы должны понять, на какой буковке будет наш Иван. Для этого мы сейчас глянем на расписание, кто там куда прилетает и на какую буковку. Вот у нас справа это буковка A. Вы видите, вот буковка A. Так. А вот расписание. Вот наверху, видите, самый первый. Амстердам. 11:45. Находится он там на Шмоне. Таможня на буковку A прилетает. Вот сюда и прилетает. Давайте посмотрим. Тут свое табло такое, расписание. Значит, кто там сейчас у нас на подходе, видите? Но рейсы из Амстердама пока не видать. А вот появился Амстердам тоже. Это, видимо, они все не умещались на это табло. И он так по частям показывает. Вот он наш красавчик. Рейс 605, KLM, 11:46. В такой ситуации, когда тут ждать надо, я люблю пойти и взять какую-нибудь кофейку, например. Ну, сейчас я уже с диетами всякими стал поаккуратнее, что пить там, что съедать. Ну вот, пожалуйста, Starbucks. Такое ощущение, что здесь какой-то ремонт произвели. Раньше это выглядело довольно-таки иначе. Иначе. Просто столики стояли так. Вот оно, друзья, современное понимание того, как нужно сидеть и пить кофе с булочкой. Вот как-то вот так. Даже не знаю, ну что, если я вот сяду. Ну, сел вот я. Ну да, вот сел, вот кофеек сюда поставил. Ну, можно и так тоже, конечно, можно и так. Ну что, друзья, я тут почти целую жизнь прожил. 2,5 часа прошло, как я в аэропорту. Рейсы приходят и уходят. Амстердам уже вообще даже не в расписании в этом. То есть как бы типа прошел. Толпы вот тут на этом месте встречающих, то они становятся громадными, то совсем никакими. Знаете, такая динамика интересная. Вот. Народ все больше из Индии ехал, из азиатских стран. Вот сейчас 4 рейса одновременно подряд практически идут из Лондона. В общем, становишься знатоком географии в этих местах. А нашего Ивана нет и нет. Вот такая шмулька вообще. Надо сказать, что с учетом того, что у меня сегодня еще и класс начинается, конечно, время безумно жалко вот так стоять без дела. Ну что, друзья, вот у нас Иван. Давайте я так издалека покажу. Вот такой вот, с одним единственным чемоданчиком. Не нажил он в Польше много добра, если только там, может быть, чемодан, выбросил. Там золото, бриллианты. Выбросил много. А? Выбросил много. Понял. Откуда сами родом-то? Сам родом-то из Украины. Откуда? Из Киева, грубо говоря. Ну, родился в Луцке, прожил всю жизнь в Киеве. Понял, понял. А где родился? В Луцке, на Западе. Да, хорошо. Ну что же, давайте. А что у вас с ручкой-то порвалось? С ручкой нет, замотано. Знак, так сказать, чтобы видно было в аэропорту. Метка. Не спутать. Метка. Да. Понял. Ну хорошо. Так вы что, в лотерею выиграли? Как вы? Да, выиграл лотерею, вот так вот подался и выиграл. Ну, собственно. А что у вас в Польше было? Вид на жительство был или так? Да, был, есть. И жил в Польше 5 лет или 4 года. Подождите, вам 20 лет? Да. А как, 21. А как же вы в 15 туда, 16 попали? Ну, вот так вышло. Сами или с родителями? 17 я туда попал. Но меня родители привезли и оставили. Ну, а я попал в университет, как бы, и учился, закончил. Учиться, да? Оставили. Ну, еще да. Учиться нормально, так. Ну, вот, так отучился. Вы это по-польски можете? По-польски могу.
и по-русски могу, и по-украински могу, по-всякому. Так, а еще, может, какие языки? По-английски? По-английски тоже могу. Так. Так вы... вы просто как бы в наши края, или вы еще тестеры будете, или как? Какой план? План – выучиться в вашей школе, ага, стать знаменитым профессиональным тестером, так, купить себе дом, привести семью. Есть, а есть уже кандидатка? Кандидатка на семью. Девушка. Во-первых, девушка есть, и, собственно, родители есть, брат есть. Так, девушка где находится? В Польше осталась. Так, как зовут? Настя. Давайте Настеньке привет передадим. Привет, Настя. Так, хорошо. Ну, и маме, папе, соответственно. Так, а Настя сама откуда? Настя из Луцка тоже, ну, из, так, Украины. Западенти. Да, но познакомились мы с ней в Польше, как ни странно. То есть тоже учится там? Да, но она уже отучилась, работает. Ну, хорошо, а вот такой вопрос. Вот сейчас много народу в Польше из Украины? Очень колоссально. Колоссально много. И нет вот как бы какого-то, да, тебя с той стороны зайдет, там свет от окошка. Да. Нет со стороны вот там поляков какого-то, есть какой-то давление, усталости? Давление есть со стороны поляков. То есть их это утомляет тоже? Ну, безусловно. То есть, ну, приезжают иностранцы, отбирают ваши рабочие места. А реально отбирают? Ну, или все-таки вас берут на какие-то места попроще? Украинцы готовы работать за меньшие деньги и на хуже работе. Ну, минуточку, но если поляк не хочет на хуже работу, так вот, скажем, у нас мексиканцы работают на такой работе, на которую американцы и не претендуют особо. Поэтому как бы даже удобно, что они есть. Есть такие нюансы, но как бы дело в том, что там, где я жил, по крайней мере, в Люблине, да, украинцев реально, ну, процентов 40 от всего города или 30. Вот так. Ну, глобально. Подождите, но они как бы уже легализованные? Ну, конечно. То есть несложно легализоваться? Всего лишь нужно попасть в университет. Польский институт попадаешь, получаешь приглашение, виза, живешь. Подождите, виза студенческая? Студенческая. Ну, а как с точки зрения легализации дальнейшей? Можно жить несколько лет, получать временное вид на жительство, временное. Да. А потом по истечению некоторых карт получить постоянное место жительства. То есть это как бы все такой реальный все, процесс? Да, система такая. И постоянно. Процесс идет? Идет, конечно. Ну, сейчас это пытаются тормозить, там ограничивают места, ограничивают количество, как бы, но суть-то не меняется. Люди идут, поток есть. Но он не заканчивается. То есть, как бы там счет идет, я так вас слышишь, прям на миллионы. Ну, там несколько миллионов украинцев точно есть в Польше. Ну, в смысле, минимум. Понаехавших? Или, ну, я не говорю про тех, кто там исторически жил. Нет, понаехавших, ну, огромное количество. Угу. Ну, как бы я в их числе. А вы вот когда, допустим, там украинскую мову размовляете, так вы западенскую или такую больше вот центральную, там, типа киевскую? Типа сам язык, да, именно акцент, как это так сказать. Ну, я вообще... That is the wrong way. Wrong way? Ну, для него, да. Ну, вот. Мужик просто навстречу нам шел. Так. Вот, я, в принципе, старался общаться на русском языке, потому что я теряюсь. Когда там действительно такая мешанка, приезжают люди с востока, с центра, с запада, у всех разный язык, у всех разное наречие, у всех разные слова. Так. И как бы, ну, я разговаривал по-русски, все меня понимают, и я всех понимаю. В Польше? Да, мне не приходилось перестраиваться постоянно под разное наречие. А поляки могут по-русски? Да. Ну, как бы, некоторое поколение там учило в школе русский язык. Постарше который? Да, постарше. И оно как бы знает на пару фраз, которые в школе учили. Ну, то есть, ну, не очень говорят именно. Да, конечно. Ну, что же. Более-менее что-то могут понять. Хорошо, ладно. Так вы выиграли DV какую? 18-ю? Да. То есть, вот, грубо говоря, ровно год назад. Ровно год назад. Объявили результаты. Это было 1 мая. Мою победу, да. А сегодня 3 мая. Я уже здесь. И мы уже тут. Я пытаюсь... Ага, вот моя машинка. Вот вы знаете наш иммигрантовоз? Да. Это последняя ходка иммигрантовоза. Я, я меняю машину, да. И, короче, вот вы, можно сказать, последний. Кто... Ой, тут накидано там, ну, не суть. В общем, загружаемся. Так, багажа у нас немного, друзья. Так, вы знаете эту... про кнопку? Значит, я тем, кто не знает нашей традиции, я рассказываю, что на иммигрантовозе вот тут есть... А, кнопка, но она как бы закрывает, значит, крышку там багажника, но кнопка носит символическое такое значение имеет. Когда нажимается кнопка и багажник захлопывается, то мы закрываем дверь в прошлую жизнь и начинаем путь в новую жизнь. И в тот момент, когда Иван так, значит, нажмет кнопочку, значит, в этот момент, вот именно в этот момент мы все ставим лайк,
тем самым мы как бы даем дополнительный такой энергетический импульс, посыл вот ему в новую жизнь, ну а нам всем в карму. Вот, а я буду, поскольку я тут один всего, я буду тогда ликовать. Обычно, значит, присутствующие ликуют, а вновь прибывший нажимает кнопку. Давайте будем нажимать кнопку, а я ликую. Поехали! Ура! И вы тоже ликуете. Ура! Все, друзья, дверь туда закрылась, а дорога вперед началась.